Сегодня я расскажу вам о своем заказе по 11 каталогу Oriflame. Что я заказала, какие новиночки, насколько они мне понравились, что я уже протестировала. Это мой заказ по 11 каталогу. Новинка идет тушь со скидкой 60%, если вы покупаете две штуки. Она дает невероятный объем, длину, влагостойкость, очень влагостойкая, да, я проверила это. Легко смывается теплой обычной водичкой, обволакивает буквально каждую ресничку. Я вам сейчас покажу, как я ее использовала. То есть вот я взяла две туши, одну как пройдет по запас, про запас, или я кому-нибудь ее подарю. Щеточка превосходная, одна из моих любимок. Первый слой туши, как она выглядит. Второй слой туши достаточно интенсивный. Третий слой туши. Интересно, налила в шейкер попробовать холодной водички. Крошечки, но тем не менее, при интенсивном есть. Водичка тепленькая. Тоже использовала шейкер. Видите, намного интенсивнее стала смываться тушь. Да, вот два диска, это честно, без всякой рекламы. Все-таки холодная вода смывает вот столько туши, теплая вода столько. Поэтому 100% я вам не лукавила, показала как есть. Честно, потому что вы же не будете так интенсивно тереть. То есть я думаю, что если вы будете купаться, если вы будете плакать в дождь, то в принципе макияж не потечет. Стоит вам будет умываться нормальной водой, то тушь будет смываться хорошо интенсивно. Прошу вас, оставьте в комментариях, пробовали вы эту тушь, остались ли вы ей довольны. Идет новинка помада. И несмотря на то, что сейчас даже вам покажу, у меня вот такой бьюти-кейс и множество помад уже, видите. Это только помады, матовые. Одна здесь глянец. Я себе приобрела еще одну помаду. Вот это новиночка. По акции она стоит всего 299 рублей с более чем 50% скидкой, поэтому почему бы не заказать. Также у нас немного туалетных водичек, аксессуаров, карандаши с хорошей скидочкой. Возможно бы я заказала, если бы их у меня не было. Всем рекомендую для бровей такой наборчик. И он у меня в моей косметичке. Вот так он выглядит. У меня до этого был другой наборчик, который уже я использовала полностью. Купила себе новенький, уже привезла с собой новый. Также можете посмотреть мои тенюшки, чем я пользуюсь. Так, следующие ароматы. Долгожданную новиночку еще не пробовала. Протеиновый комплекс. В новой книге красоты, которую представляет Сати Казанова, можно прочитать подробнее об этом комплексе. В этот состав входит шиповник, свекла, яблоки, яйцо, горошек и сливочный протеин. Соседям привет, ремонт делают, недавно мы делали. Уникальность протеинового комплекса в том, что его можно добавлять абсолютно в любую пищу, как в салаты, так и в горячую, то есть делать выпечку. Руками ничего не происходит, то же самое, например, как вы варите курицу. Курица остается такой же полезной. В одной порции содержится 8 граммов белка. У нас есть коктейль Natural Balance, там 7,5 граммов белка, то есть здесь гораздо больше концентрации. Очень жалко, что не заказал новую серию против пигментации. К сожалению, провела много времени на солнышке, и у меня появились пигментные пятна. До этого была у нас серия против пигментации. Наслышана о том, что очень хорошо помогает, поэтому думаю, что в следующем заказе обязательно закажу. Кроме того, у нас появилась еще новиночка, вот такая CC-крем. В этом заказе также пришел подарок, кувшинчик. И в прошлых заказах у нас было 3 салатничка маленьких и 3 стаканчика. Жалко, конечно, что их не 6, потому что они всем пришлись по вкусу. Буквально вчера мы сделали подарок Мариному учителю, у нее был день рождения, подарили серию на Вэдж. И сейчас я заказала еще одну серию для того, чтобы подарить тому человеку, который помог нас устроить в школу, именно в тот класс, кто учительница, которой нам нужна. Секреты выдавать не буду, кто помог. Ну, в общем, вместо каких-то там подарочков, взяточек у нас идет всегда продукция Oriflame. В заказе у меня такой вот наборчик, гель для душа и туалетная водичка.
мана. Причем получилось так, я уже не хотела заказывать своей доченьке, думала, что она вышла из этого возраста, но мы были на мероприятии компании Oriflame, зачем глазки себе, и там она помогала, раздавала подарки, и ей подарили вот такой гель для души, и она узнала, что у нас в компании Oriflame появился новый аромат, и пришлось заказывать туалетную водичку. Какая это туалетная вода по счету у тебя? Пятый вкус. Еще не заказала, а надо было заказать вот такой мультифункциональный защитный крем для лица со SPF фактором 50. И если бы я поехала на праздник танец Oriflame, то у меня не вылезла бы пигментация, потому что моя бы кожа была бы хорошо защищена. Вот как бы... Дальше у нас еще есть великолепная акция. Это любой оттенок краски с 50% скидкой. Я про запасы в прошлый раз очень много заказала и покрасила буквально недавно вот такой темный оттенок волос. Мои также идут любимые продукты для укладки для волос. В каталоге я заказала себе новинку. Питательное масло для волос против секущихся кончиков. До этого было вот такое же масло в такой же упаковке. Тоже питательное масло закончилось. Потом у меня был спрейчик. Вы видите, я его активно использую. И сейчас у нас новиночка. Пока не знаю как. Расскажу после использования. Ой, молоко. Слышите, у нас тут коровы. Кто там? Ой, у нас тут веселый молочник зазывает, говорит, молоко приехало. Это, кстати, мой вид из окна. В распродаже очень часто я вот так загибаю странички, чтобы обязательно не забыть заказать себе какой-то продукт. И в этом каталоге заказала мужу лосьон после бритья. Всего 199 рублей, 100 миллилитров. Используется как туалетная вода после бритья. У мужа, не знаю, наверное, 4-й или 5-й флакон, он его активно использует. Представляете, и вот за такую цену нам, наверное, рублей 170 с чем-то вышло. Замечательная акция в каталоге, 70% скидка, помада и карандаши. Не знаю, как я пропустила, у нас появился фиолетовый оттенок. Помад у меня достаточно много такого оттенка, и я была безумно рада, его приобрела. В этом каталоге есть скидка на рассыпчатую пудру, она мне безумно нравится. Если у вас нет такой пудры, обязательно рекомендую при любой скидке ее приобрести. Она у меня в must-have, вот вы можете видеть, у меня пудра румяна здесь, и когда я делаю макияж, то я ее использую. В принципе, видите, уже осталось совершенно немножко, но ее хватает надолго. Также у меня есть белая прозрачная пудра, здесь у меня идут корректоры и мои любимые тональные основы, которые я использую. Также в этом каталоге идут тени со скидкой, и неоднократно я вам показывала мои любимые тени, насколько я их часто использую, потому что теней у меня очень-очень много, но использую я именно эти как must-have в 90% случаев. В этом каталоге большие скидки на серию Love Nature. В этом каталоге я себе заказала два мыла, это часто используемый продукт в каждой семье. И в конце каталога вы можете увидеть бюджетненькие серии, которые может себе позволить абсолютно каждый человек. Посмотрите, какие цены приемлемые. Кстати, вот с этой серии у меня началось знакомство с серией по уходу за лицом компании Oriflame. Конечно же, ее сменили за время. Вот у нас Риночка появилась, пенка для умывания Овес. На последней страничке вы можете видеть продукты, которые практически в каждом заказе. Но я накупила себе уже гели для душа, поэтому не делала заказ. На развороте у нас появляются кисточки в новой упаковке. Это обновленные кисточки, но здесь есть также те кисточки, которых еще не было. Что хочу сказать. Во-первых, кисточки стали поменьше ручечка. Да, я заказала себе вот такую щеточку. Это единственная кисточка, которой у меня не было из предыдущих версий, поэтому я решила ее дозаказать. Которые у нас были и которые сейчас появляются в новинках, я вижу, что в принципе здесь отличие только кончик кисточки. Так, они похожи. Это растушевочная кисточка, а это кисточка для теней.
Ну, может быть, единственное, что только кончик чуть-чуть отличается. В запасе есть несколько таких кисточек, потому что часто бывает так, что ты делаешь какой-то другой макияж, а чистой кисточки у тебя нет. И тогда я их использую. А вообще даже не буду обманывать. Больше всего я, конечно же, пользуюсь кисточками от MAC. И моя любимая 217-я. Она ни с чем не сравнимая. Она стоит раз в 10 дороже, но по плотности она немножко другая. Она по растушевке другая. И я ее не замечаю. Я делаю честно, вас не обманываю, но когда у меня, например, эта кисточка загрязнена, мне нужно сделать оттенок другой, я использую вот такую кисточку. Еще раз одну заказала себе и посмотрите, у меня больше нет такой кисточки. Обычно я еще использую. Кстати, вот у меня кисточки, это, скажем так, второй необходимости, которые я также использую. Кисточки — это основные, которыми я пользуюсь каждый день, постоянно делаю макияж. Мне понравилась здесь, и эта кисточка у меня пойдет как в основной, в мой стаканчик. Мне понравилась кисточка для бровей, сегодня я делала ей макияж, поэтому сразу смело она идет в основной стаканчик. Также как кисточка пойдет вот такая. Тоже вчера я не дождалась и сделала подводку. Она понравилась. Еще вот из-за того, что вот такой вот скос, она великолепно прокрашивает. У меня есть также кисточка от MAC. Я ей очень редко пользуюсь, практически ее не использую. Нашла какую-то кисточку, даже я не знаю, что за фирма, какая-то Blue Jeans. Вот она мне нравилась до этого. Больше я все время делала подводкой именно вот этой кисточкой маленькой. Сейчас мне понравилось, как делает эффект подводки вот эта кисточка. Поэтому они у меня вот здесь. А в принципе, кисточку MAC и вот эта кисточка для бровей, я ее практически не использую, она у меня пойдет вот сюда, да, вот здесь вот навести порядок. Вот это для этого, до этого у меня была, кстати, вот эта кисточка для бровей, я делала брови тоже, ее пока откладываю. Последняя кисточка — это для нанесения тональной основы, но больше всего мне нравится использовать вот такой спонж, он у меня мокрый. Такая кисточка у меня есть, поэтому я ее не заказывала. Но опять же таки некоторым нравится больше наносить тональную основу именно вот такой кисточкой, либо использовать ее на мастер-классах. Вот так выглядит эта кисточка. В этой коллекции есть кисточка для консилера. Я ее тоже часто ее использую. Дальше веерная кисточка, я не заказывала, смахиваю пудру, также она идет у меня в основном использовании. Есть кисточки для румян, ну, вы можете заметить, насколько я часто использовала эту кисточку. У меня здесь сейчас их две, поэтому я не заказывала. Есть скошенная кисточка, я не стала заказывать, потому что я использовала от MAC и не часто. Я бы не сказала, что это моя must-have, поэтому не стала использовать. То есть в макияже мне понравилось больше все-таки использовать вот такую кисточку. Тоже от MAC, я не знаю, там она где-то 1004, наверное, стоит, эта кисточка. Если вам был мой видеообзор полезен, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч!